детском центре «Орленок» четвертый год работает пилот-кэмп. В нем орлята знакомятся с техническими видами спорта. В распоряжении ребят несколько видов техники. Это питбайки, багги, квадры и гидроциклы. На тренировках побывала и наш корреспондент Ксения Воронина. Лагерь «Пилот Кэмп» – это 21 день позитива, скорости и драйва. Девчонки и мальчишки в возрасте от 10 до 17 лет знакомятся с техническими видами спорта. Руль, а на руль что мы вешаем? Программа лагеря состоит из двух частей – теории и практики. Ребята изучают правила дорожного движения и механизмы техники, разбирают и собирают двигатели битбайков. На практике, если, допустим, вы едете в лес, у вас что-то ломается, вы сами можете найти причину, ну, из-за чего все произошло. То есть теория – это самое… Ну, то есть без теории ничего и не будет. Безопасность превыше всего, поэтому перед поездкой нужно обязательно прослушать инструктаж и надеть специальную экипировку. Важные элементы в ней – это, конечно же, мотоботы, наколенники и налокотники, спецзащита и, конечно же, шлем. Первый заезд – волнительный. Проверка масла, сцепление, и вот уверенно ребята начинают движение. Маше всего 10 лет. Девочка уже попробовала все виды техники, но неравнодушной осталась именно к битбайку. Мне очень понравилось. Пожалуй, наверное, это тот транспорт, на котором я больше всего хотела прокатиться. Мы еще только учимся кататься, и вот когда к концу лагеря мы уже научимся кататься хорошо, я пойму, ком мне лучше. Помимо тренировок на трассе, ребята занимаются на воде. Вместе с инструктором рассекают водную гладь на гидроцикле, получают удовольствие орлята и от сабборда. Под присмотром вожатых выполняют простые элементы и не забывают о технике безопасности. Надо кататься либо стоя, либо сидя на коленях. И сначала два раза с одной стороны весов, потом два раза с другой. Обязательно надо носить жилет спасательный и не сталкивать соседей. Всего за лето с техническими видами спорта знакомятся около 200 ребят. Некоторые из них приезжают не первый год, участвуют в соревнованиях по мотокроссу и уже не раз становятся призерами и победителями. А сейчас уже спустя 4 года работы лагеря мы можем точно сказать, что у нас половина ребят это возвращаются, ребята, и у них очень хороший уровень вождения. Яков Орел у нас сейчас на смене находится, он приехал уже со своим мотоциклом спортивным. И мы его вывезли на региональное соревнование. Наш ученик отличился, он уступил первые два места только хозяевам трассы, а сам приехал на третьем месте, в принципе, чему очень рад. Ну и мы тоже видим, что действительно парень получил то, что хотел. Лагерь технических видов спорта в Орленке – это уникальная возможность для ребенка совместить отдых и обучение и классно провести летние каникулы в самом крупном детском центре страны. Ксения Воронина, Аркадий Коваленко, Алексей Исаев, Дмитрий Гришин, телеканал «Орленок ТВ».